Рандат, 6 темпов, двойное сальто назад. Комбинация выполнена без единой помарки. Это видео с выступления Алексея Гнедова на первенстве России по прыжкам на акробатической дорожке в городе Старый Оскол Белгородской области. Там он фигурально выполнил большой прыжок вперед, завоевал бронзу и стал вторым номером молодежной сборной страны, открыв себе дорогу на первенство мира. Давно мечтал, всегда хотел попасть на первенство мира. Но отобраться было все равно сложно. Ну, выступать было страшно, особенно в предвариловке. Ну, как, страшно не попасть в финал. А, ну, в финале уже уверенно все выступил, хорошо как бы. Ну, чувствовал все равно себя страшно. Было сложно, соперники тоже были сильные. Вместе с Алексеем Иркутскую школу акробатики на этих соревнованиях представляли еще 4 спортсмена. В общей сложности они завоевали 2 золотых и 3 бронзовых медали. На этих кадрах Антон Цицерев со своей программы завоевывает первое место на прыжках на батуте. А Вероника Котовщикова выполняет очень сложный элемент, который до нее в мире никто из девушек не делал. 2 бланша с 2 винтами. Первенство России собрало 500 участников из 50 городов страны. Чем более представительским является турнир, тем больше чести победителям. В этот раз это самые большие наши победы, потому что эти соревнования были заключительными в этапе отбора на первенство мира. И мы доказали, что наша школа является одной из сильнейших. У нас 5 представителей Дворца спорта «Юность» будут представлять Россию на первенстве мира. Это огромная заслуга, это огромная победа всех тренеров. Кроме иркутян, от Приангари на первенство мира поедут 2 спортсмена из Братска и 1 из Ангарска. Соревнования пройдут в Дании в городе Одинсе 30 ноября. Туяна Немаева, Николай Крупченко. Новости сейчас.